У нас соль. У нас отличный пик, у них пик не хуже, поэтому посмотрим, как это будет играться. Если катка, как обычно, попадает на YouTube, если она будет интересная, ставим Лукасы, подписываемся на канал. Вступаем в мою группу, в которой постоянно проводятся розыгрыши скинов на Смайт. И будет все кайфно. Так, окей, решаем теперь, у нас нет АДК. Вот этот, ну бесполезная же шляпа, да? Потому что бейсик, нет, мы не будем собираться в бейсик, мы будем собираться... вот в это. Да. Ну такой специальная эмоция у этого скина, просто охренительная. Я тоже так могу. Хорош, бачус. Куда? Куда? Бачус, если бы не заставил, она бы... Жень, ты будешь выкладывать эту псевдо-одиссею с белкой? Да. Да, я думаю, мне и ребята помогут, как бы. Самый сильный. Здесь нет такого, это же моба. Тут не бывает самых сильных и самых слабых богов. Здесь есть мета. Вот за метой следить нужно в любом случае. Чего у нас? Ну я по привычке уже, знаешь. Бачус и бачус. Чучулан нормально звучит. Брат, я лучше АДК, чем ты, я уже вижу это, так что даже не думаю. Изи, изи для бачуса. У нас все-таки пик, наверное, посильнее. Я вот так думаю. Ой-ой-ой. Музыка просто охренительная. Блять! Ладно, не один ХП, конечно. Не нужно тех, кто, блин, называть чуланом, они бы его под собой сразу. Ну да, согласен. Мой косяк был, конечно. То, что я умер. Опа, что я придумал? Видели? Два шарика, изи. Мне не нравится, как наш Нижа играет, потому что он вообще карту не смотрит. Еще и бежит на похер, умирает. Адицкий, спасибо за фоллоу, спасибо. Милый женский голос, тебе это повторит сейчас. И добро пожаловать к нам на стрим, Чанский. Спасибо. Тихо. Да. Да. Конечно, очень хороший пик против бачуса. Я не буду ему помогать, потому что это нет смысла. Типа я ничем ему и не помогу, получается.
Он специально... За подписку на арте. Он специально подошел, взял баф, а потом такой, so sorry. Себе Кабра и Сида? Да не-не-не. Мне кажется, вот именно танк, то это Ганеша. Как по мне. Ну да, нет, Ганеша, Ганеша, да. Мне кажется, да. Ну это каточка, это прям само спокойствие. Такой чиллаут, просто жесть. По-любому нужно нормально отыграть, выложить ее на ютубчик. Мне нужен полиномикон будет. Изи да будет изи для меня этим. Изи для меня целью, потому что у нее нет ни эскейпов, ничего. По сути. Чат смотрю, сорян. Какие шансы, ребят, как вы думаете? Я буду теперь везде про это говорить, про YouTube. Но если ты думаешь, что мы в этой катке победим, ставь лайк. Если ты думаешь, что я сгорю и выложу ее просто порофлить, ставь дизлайк. Это шутка. Всеми скиллами промисл. Тут можно точно Лукас поставить. Блин, это грустно. Почему не сработало? Если бы сейчас она билась об них двоих, он бы умер. И он не умер. И его не же. Ой, красиво. Красивишна же. Ну, хорошая же. Здоровая карточка. Хорош. Спасибо за дис. То есть, посмотрите, рейтинг-то не топовый, а моментик-то красивый есть все равно. Они что, рофлят, что ли, оба? На конквесте. Конквест-то есть поединок, разве нет? Он кританул. Что-то крит не отобразился как крит, но он кританул. Ульти! Ульти! Я живой был! Почему не ультила? Поломатки какие-то случились. So sorry. А давайте попробуем собрать все-таки пушку, наверное, из нее. Все-таки АДК у нас в катке нет. Мы соберем сейчас сольку. В мега-машину убийства. Мне нравится больше классический АДК, но вот из тех трех, что ты назвал, я люблю Хроноса и Соль. Соль в последнее время только люблю, потому что что-то мне за нее нравится играть, и скин приятный. А Фрей почему-то мне не заходит, не знаю. Я одно время на ней пробовал, играл, там, ну, выигрывал, да, естественно, проигрывал, но что-то... Фрей вот уж точно не мое. Прописал я ей нормально. Be right back. Behind us.
Но не стиль, пожалуйста. Они мои киллы постилили, алло. А я что сказал? Не он, я всегда вроде не жил. Им и назвал, я знаю, что это мальчик. Очень сильная соль. Так что если хотите побеждать, берите соль почаще, я думаю. Много очень урона. Ну, не знаю, у меня есть... Как? Не, да я вроде не называл никогда нижу девочку. Только если, ну, прям по лютой-лютой ошибке. Следующий будет Полинамикон у нас. Потому что все-таки мы будем накидывать с руки. И я думаю, мы сейчас будем в щи все превращать. После Полинамикона уж точно. Очень красивый скин. Неплохо, но минус ульт. Я не понимаю, ай, блин. Зачем мы бьем его, если нам нужно бить вон их. Плохо, плохо ультанул, но мы их всех убили, а это главное. Ну, посмотрите на урон. Вот катка без АДК. Ой, мы в теории мы можем заканчивать уже. Такая вот у нас каточка. Легкая, быстрая и ненапряжная. С хорошей музычкой и с хорошим геймплеем.